Итак, ребята, Франция, Париж. Пожарники готовятся на учения. Блин, пальмы у них стоят там даже. Февраль же, конец февраля 2018. Интересно, блин. А, пальмы у них в горшках. Все-таки они так не растут, горшочки стоят. Утро в Париже. Небо голубое, солнечное, вообще все шикарно. Денечек, конечно, красивый. И вот у них учение. Проводят какое-то. Мосты, видите, пальмы стоят. Да, в горшочках все-таки, они еще другие цветы. Вот так у них начинается здесь. Река Сена в Париже. Кто-то машет нам. Пожарники. Вот такие машины у них, батальон. Там еще где-то сзади одна машина подъезжала. А вот что с той стороны, в Париже. У нас там в России снег, сейчас минус 31. А вот еще пожарники, или огнеборцы, как правильно сказать, называть. Здания такие полустеклянные, ну небольшие, не небоскребы. Такого вида здания. Мост деревянный, ну он деревянный, а... Перил металлический с замочками. Начинает уже обвешивать. Собачки бегают, смотрите, какие. Одинокие пушистые собачки. Это из Парис. Парис. По-английски Парис говорится. Так, идем дальше, путешествуем, посмотрим, что будет дальше.